Итак, всем привет, на связи Трикс. Сегодня я буду играть с прекраснейшим читом Umbrella. Ссылки на данный софт в описании под видео и в закрепленном комментарии. А также в течение данного видео я покажу вам ключ, который даст вам бесплатную подписку на сутки. Не забудьте посмотреть до конца. Переходим к игре. Так, если честно, хотя на ком сыграть? Хотя, вообще есть желание сыграть на одном персонаже. На Storm Spirit. Ну-ка. Найс. Дали пикнуть, отлично. Как раз медок. Сейчас кайфом покатаю на нем. Полетаю по мапе. Видимо, мид еще буду стоять против 24-го тира инвокера. Так даже интереснее будет. Так, тут сейчас дефолтный вардик тыкну. Оп, вот там паджер стоит. Опасный. Кать, походу, хотел меня. Так, кстати, по скриптам сейчас покажу. Вот так вот у меня все настроено. Кнопочка, все скиллы. Предметы таким образом настроены. То есть там все самое нужное. БКБ я не вставляю включенный. Сам нажимаю по ситуации. Остальное уже так вырубаю. Там жесткий девардинг происходит моего варда. Реально пошли снимать вард на ХГ, который я поставил. На бога рока тут. Ну, инвокера перестапливаем, как обычно. Ничего нового. Еще и хукают меня. Еще больные. Да, пажерс, конечно. Я надеюсь, он сразу уйдет отсюда, потому что неприятно будет стоять еще против двоих. Опять пуч нарисовался тут. Оп. Автододжер у нас доджит. Не понимаю, зачем он тут вообще остался. Хотел попытаться убить меня, но немного не вышло у него. Кстати, какой-то инвокер на самом деле слабый, что-то он слишком пассивно стоит. Он вроде как может мне с пожом птичковать жестко тут, и по крипам у него все плохо. И стоит онлайн, что слишком пассивно. Непонятно мне, как у него вообще 24-й тир на этом герое. Ну ладно. Он там санстрайком метится. Еще и убил санстрайком. Вот это неприятно. Ну лайнит он очень плохо, я сейчас мейби такими темпами еще и убью его. А вот мейби даже сейчас. Раскарась его чуть-чуть сейчас. Мейби просто жестко накинулся на него. Ну так. Пуджик еще тэпается. Нет. Это я походу умираю. Ладно, просто пробую рез из него выбить хотя бы. А мейби убью даже? Ну ладно, нет, Unreal. Так, а вот тут на боте как раз шейкера, ну-ка, Undyne, ой, Undyne клопит. Подойди, помоги мне. Он тут умирает, стоит, да. Он клопит, сдох. Не, братанчик, тебе убежать я уже не дам. Так, а мэйби сейчас еще разок шейкера убить. Пока фармил, он вернулся, ну-ка. Остановочку, шейкер. Останавливайся. Давай. Нет, ты у нас умираешь. Ну он там должен умереть от Witchblade. Ой, Баттон Вокер еще не умереть. И просто тэпку вдавлю. Санстрайк на фотонке дать будет? Нет? Нет? Нет, не будет. Ну ладно. Так, а тут вот он наш инвокер, родненький. Давай-ка его тоже оформлю. Получится. Санстрайк повернуть. Убиваю. А шейкера? Шейкер тоже умирает. Жалко, не я инвокера забрал. Ну ладно. Так, опа, инвокер. Может еще разочек тебе сейчас убить для профилактики. Элдер неприятный стоит. Так, убегу, нет. Вот как будто нет, не убегаю, умираю. Не, не успею. Ну, инвокера с собой забрал, ничего страшного. Так, у нас тут где-то снайпер был, в лесочке бился. Так, где? А, вот он. Я прям так на него полечу. Так, останавливайся. По ветра. Козырные летят. Ой-ой-ой, что я переусердствовал с ультой. Ну ладно, нормально. Вот тут еще один файт навязывается. Ну тут как будто они без меня справляются легко. Я бы тут инвокером или подстрелил бы себе в карман. Найс. Прям перед ветрами поставил ревенант. Над него убился. Нормально. Так, а ну-ка, инвокера получится оформить тут. Ювелирненько. А ну-ка. У меня ветра скастован, да, он там этот. На уре не успел откинуть. Нормально все. А я вот хз, смогу ли я тут сейчас Элдера убить? Вон, на год Райну. У него хп как будто много. Как будто такая сидейка, еще и снайпер тут.
Ай-яй-яй, неприятно. Я не убиваю, не хватает хп. Обидно. Ну ладно, его аппарат, в принципе, добил. Опа, шейкер тут загулял, у нас родненький. Шелдер снял, на него прям сразу полечу. Ой-ой-ой, хукнули, неприятно. Почему под ЕМПшку не попасть бы. Как бы тут много инвокера. Автодосты прижимаются, отлично. И тут застанете, дать улететь. Далеко-то Элдер собрался. Клокерку бы подсобить в идеале. Там снайпер еще настреливает. Ну, отлично, опасненько. Добить бы, ну-ка. Остановочка. На. Чпокаешься ты у нас. Ну-ка, ну. Ну, я думал, это уже в меня прилетит. Ладно, ПБшку говорю, похер. Так, снайпер. Ты у нас тут не настреливай. Я тебе далеко убежать не дам. Ты у меня умрешь. Так, а мне бы самому еще улететь. Ну, просто не жмется. Тут снайп жестко заруинил. Там на бару жестко накидывается. Ладно, долечу, помогу ему. Ману хватает, успокоил. На. Шейкер под БКБшкой, на. Падает. Ну там Элдер убегает. Ну-ка, просто наперед полечу. Ой, Элдер, говорю, лучше. Отца. Ого. Спиром набеднул тут же одного. Ой, Элдер. И на меня, и главное, на меня накидывается. Просто бить меня начинает. На хз, у меня маны нет. Нечем помочь. Ну как, доминант откинул. На. Помог, чем смог. Бару прибили. Ой, не успел задоджить. Так, подзабить бы тут клокерку, наверное, лучше. Ой, инвокер. А вот в инвокер хорошо было, ну ладно. Вот куча еще пукает. А ну-ка на снайпера. Найс. И пуджика. Блин, ковался. Там бар на него бежит. Ой-ой, шейкер. Ну не, шейкер тут умирает с той стороны. Найс. И пуджика. Бонусом. Найс. Но это тут для них конечный файт, я уже могу сказать. Тут не адефтится. Хотя Элдер на самом деле шейкер могут все перевернуть. Так, шейкер ослаблю. Ой-ой-ой. Ой, еще и катаклизм. Я теперь шейкер ослаблю. Главное, отвечу. Ого! Вот это фук за мной. На. И вот этого еще ременантики подняло. Бам. Оп, видели? Автодор задолжил фук. Сейчас где он? Ой, ушкалывает. Байбекнуться меня попробовать добить. Не, братанчик. Так дела не делаются. Вот, кстати, автододжер, видите? Когда хук меня кидается, у меня автоматически автододжер уворачивается от хука. Вот там меня это засейло. Хз, умер бы я там или нет. Но так или иначе мне это спасло.